Здравствуйте. Продолжим сегодня разговор на спичечную тему. Интересно, а какой исторический путь проделали спички в нашем Отечестве? Первые фосфорные спички были завезены в Россию из Гамбурга в 1836 году. Стоили они прилично, рубль серебром за сотню. Понятно, что всякая новая вещь требует, чтобы ей дали соответствующее название. Так было и со спичками. С самого начала за этим важным предметом закрепилось в русской повседневности наименование спички. Но первоначально их все же называли зажигательными или самогарными спичками. И только впоследствии, с массовым распространением спичек, определение «зажигательные» стало опускаться, а потом и вовсе исчезло из обихода. Хорошо, а откуда тогда слово «спичка»? Слово это является производным от старорусского слова «спички», множественной формы слова «спица». Ну а спица – это заостренная деревянная палочка, заноза. Этим словом также обозначали деревянные гвозди, которые использовались при изготовлении обуви. В таком значении это слово употребляется и сейчас в ряде регионов России. Массовое производство спичек в России началось вскоре после их появления из-за границы. Первая отечественная фабрика по производству фосфорных спичек была построена в Петербурге в 1837 году. А уже через 10 лет в России работало более 30 спичечных мануфактур. К концу 40-х годов 19-го столетия цена на спички резко снизилась до 3-5 копеек медью за 100 штук. А к середине века русские умельцы обнаружили, что спички можно производить и дома. И это породило новый кустарный промысел. Однако легкая воспламеняемость фосфора приводила к пожарам. При перевозке спички нередко загорались от трения, и на пути спичечных обозов частенько встречались погорельцы. Поэтому неудивительно, что в 1848 году Николай I своим указом повелел изготавливать спички только в столицах, упаковывать их в жестяные банки, а также запретил торговать ими в разнос. Работа с белым фосфором – дело чрезвычайно опасное. Из-за ядовитости этого вещества труд на спичечных фабриках грозил рабочим фосфорным некрозом, вызывающим, в частности, и болезни десен. После изобретения шведских спичек в России появились ограничения на оборот белого фосфора. А в 1882 году на спички из белого фосфора был установлен акциз вдвое больше, чем на безопасные шведские спички. И к началу 20 века производство спичек с использованием белого фосфора в России постепенно сошло на нет. Безопасные спички начали изготовлять в России лишь с 80-х годов прошлого столетия. Появление шведских спичек связано с именем Василия Андреевича Лапшина. Крестьянин Кустарь, ранее торговавший спичками в разнос, Лапшин каким-то путем попал в Швецию. Там он познакомился со спичечным производством и его секретами. По возвращении на родину предприимчивый крестьянин приступил к изготовлению безопасных спичек. В 1879 году в деревне Хатитово Новгородской губернии было положено начало первой лапшинской фабрики. А вскоре ему принадлежало 7 предприятий. Лапшинские спички пользовались огромным спросом не только в стране, но и за границей. В целом, производство спичек в дореволюционной России развивалось довольно активно. Появилась своя спичечная элита. Акционерное общество спичечных фабрик уже знакомого нам Лапшина, товарищество на паях Чудовской спичечной фабрики «Солнце», а также акционерное общество спичечной фабрики «Прогресс Вулкан» и некоторые другие. Первая мировая, а затем и гражданская война с экономической разрухой привели к значительному спаду производства спичек. К 1931 году в СССР работала только 31 спичечная фабрика. К середине 30-х годов производство спичек все еще не обеспечивало потребности страны. Но уже к 40-му году на многих фабриках была проведена реконструкция, установлены первые спичечные аппараты, и производство спичек значительно увеличилось. Страна стала экспортировать спички в коммерческих масштабах. В первые послевоенные годы производство спичек вновь оказалось на уровне начала 30-х годов. Но к середине 60-х спичечный кризис в стране был в основном ликвидирован.
К 80-му году спичечное производство в нашем отечестве было на подъеме, и страна вновь стала в массовом количестве экспортировать спички. В Советском Союзе действовало 23 спичечные фабрики, из которых 17 в РСФСР. Сегодня реально функционируют 5 фабрик, а российский спичпром выпускает в день свыше 20 миллионов коробков спичек, то есть более 7 миллиардов коробков в год. Как многие из нас помнят, коробок спичек в Советском Союзе стоил 1 копейку. Это был своеобразный эквивалент самой мелкой монеты, как и стакан газированной воды, тоже стоивший 1 копейку. Кроме того, коробок спичек стал своеобразной мерой мелких сыпучих веществ в быту. А размер его был стандартным, ровно 5 сантиметров. В него входило около 60 спичек. Но большее внимание коробок привлекал в качестве предмета коллекционирования. Коллекционирование спичечных коробков, этикеток и других предметов, связанных со спичками, называется филуминией. Слово «филуминии» происходит от греческого слова «филос» – «любить» и латинского «lumen» – «огонь». Термин был предложен англичанкой Марджери Эванс в 1943 году. А в России коллекционирование спичечных этикеток появилось еще до начала производства отечественных спичек. Русские путешественники привозили спичечные коробки из-за границы, как своего рода сувениры. Металлические футляры или контейнеры для спичек были самых разнообразных форм. Мужчины носили такие футляры на жилетной цепочке или в кармане, а женщины – в сумочке-кошельке. Выглядели эти спичечные ларчики часто как настоящие украшения. Их изготавливали из серебра или бронзы, но были и футляры из черепахи и перламутра. Такая роскошь была под стать содержимому, ведь первоначально и сами спички были очень дороги. Удешевление спичек повлекло за собой и более простые методы их хранения. Время роскошных футляров прошло. Тем не менее, качество спичечных коробков и этикеток все равно было великолепным. Поэтому интерес коллекционеров спичечной атрибутики не ослабевал. В начале 20 века коллекции спичечных этикеток могли насчитывать более 1000 штук. Это по тем временам было уже огромное собрание. После потрясений первых революционных лет коллекционирование спичечных этикеток возродилось только в 30-х годах. Расцвет филуминии в СССР приходится на 60-е и 80-е годы, когда Балабановская экспериментальная спичечная фабрика, на которой печатались этикетки для большинства спичечных коробков, стала выпускать специальные наборы для филуминистов. После 1991 года увлечение спичкособирательством резко пошло на спад. И большинство секций прекратило свое существование. В настоящее время клубы любителей спичечной эстетики остались лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Да, уходят увлекательные филуминии. Да и сама спичка за последнее время здорово сдала под натиском дешевых импортных зажигалок. Однако магия спичечного коробка с заманчивой картинкой навеки запечатлена в дивном стихотворении Владислава Ходосевича. Оно написано в 1918 году и называется «Анюте». На спичечной коробочке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, матросы есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. Вот и сейчас, быть может, в каюте кормовой в окошечко глядит он и видит нас с тобой. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи.